Я вас умоляю, Вима, вы же знаете заемника. Он если не сломает, то уронит. И как раз таки не помимо пальца, а на самой ноге. Мама, он проснулся и не хочет. Не трогай ножи, халамитник. Мама сказала, ничего не трогай. Что вы кричите, мама? Я понимаю слов. Сейчас же брось. Сейчас же брось. И чьет. Не рыбу, а ножик. Вот, вот. Подожди, подожди, тихо, ша. Тихо, ша, мама взяла. Мама сама, что где нож? Нет, мама? Вы видели, а? Вы видели этого идиота? Иди, сыночка, мама. За мной.